Жители селения Сивуха Савертовского района своими силами обустраивают село. Участие в этом деле принимают и взрослые, и дети. В настоящий момент проводятся ремонтные работы по заливке тротуара на центральной улице. Подробнее обо всем расскажет Гамзат Нурмагомедов. Все началось с того, что предприниматель Аймасхан Гаджидибиров на собственные средства проложил в родном ауле около 40 метров тротуара вокруг мечети. После этого жители села последовали его благородному примеру. Мы планируем проложить пешеходную дорогу по всему селу. В месяц Рамазан особенно ценно заниматься добрыми делами. Работы предстоит еще много. Мы надеемся, что достигнем своей цели. Любой желающий может прийти и помочь нам. Усилиями аксакалов удалось проложить более 500 метров тротуара от мечети до Тазията, дома соболезнования. Активное участие в этом приняли и пенсионеры. Они пожертвовали накопленные с пенсии деньги на благоустройство села. Я так шла мимо и не смогла отойти. И было так приятно. Каждым днем хорошеет наше село. Сажают деревья. Это все делает наш джамаат. Уже начаты работы по заливке тротуара на центральной улице. Его ширина составляет около 2 метров. Помогают от мала до велика. Работы хватает для всех. Мы будем идти дальше. Ну, мы добьемся очень многого. У нас еще в планах есть заливка центральной улицы, обустраивание парка, возрождение нашего парка и так далее. Хотел бы выразить благодарность всем, кто помог финансово, тем, кто помог морально или хоть словом, делом и так далее. В дождь по аулу практически невозможно передвигаться из-за грязи и слякоти. Пешеходные дорожки решат эту проблему. Общественная организация «Молодежь Сивуха» также планирует разбить на территории центральной улицы парк и провести освещение. Гамзат Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал НТ, Хасавюртовский район.